Это видео сделано только с одной целью – достучаться до людей. Мы верим, что мы сможем это сделать, ведь в каждом человеке хорошего и доброго всегда больше, чем зла и ненависти. Я тебя прошу, найди силы досмотреть это видео до конца. Дай шанс нашим детям увидеть рассвет и не прятаться в подвалах и подземках. Сейчас в Украине идет самая настоящая война, полномасштабная. Гибнет много детей и мирного населения. Наши дома сносят всем, чем только можно. Ракетами, артиллерией, танками и другими видами вооружения. Стреляют по детским садикам, школам, обычным мирным домам, по высоткам, по частному сектору. И это не фейки. Вы это видите по ту сторону экрана. А точнее не видите. Вам этого не показывают. А мы в этом живем. Мы прячемся в подвалах и бомбоубежищах. Наши дети боятся и спрашивают, а проснемся ли мы завтра, папа? Ты разговариваешь по телефону с другом из Харькова, который вышел из подвала, чтобы купить воды, так как дети хотят пить. И слышишь громкий взрыв. Его крики, маты, он орет, кричит. Трупы вокруг, ракета в 50 метрах ебанула, человека разорвала пополам. Ты радуешься за друга, который успел выехать из красивейшего пригорода Киева Бучи, который успел, так как если бы не успел, его бы уже не было, так как дом разорвало вдоль и поперек. Ты живешь в аду, а потом читаешь комментарий, что «Ой, да ладно, это фейк, там дом до и после не сходится, краска другого цвета». Прости, после такого, простите. Реально хочется плакать. Ребята, нас убивают. Остановите войну. Вы все это видите, что происходит по ТВ, на каналах разных блогеров или в других каких-либо СМИ. Мы это видим своими глазами. Пожалуйста, послушайте меня. Не надо мне верить. Просто проанализируйте все сами. Сначала зайдите на российские новостные ресурсы и найдите, как приветствуют обычные жители Украины российскую армию. Найдите видео такого содержания. Просто посмотрите, сколько таких видео, сколько на них человек, что они говорят, потому что я лично видел, как на российском ТВ крутилось видео с кучей людей, которые скандировали «Уходи!». И комментарии, что люди так прогоняют украинские войска. Но если вы посмотрите полное видео, то вы увидите, что украинцы с флагами Украины прогоняют российские войска. А потом зайдите на украинские новостные ресурсы. Я оставлю несколько из них в описании. Посмотрите, какие видео там, сколько людей, обычных, простых людей, которые оружие в жизни не держали, в прямом смысле слова, бросаются под танки и говорят «Дави!». Но дальше не поедешь. И у всех украинские флаги. Тут нету фашистов. Тут обычный народ. Мы – это яркие представители этого народа. Посмотрите на меня. Я похож на фашиста. А воюют против меня и моей семьи. Посмотрите, сколько пленных российских солдат, которые не хотят воевать, когда видят, что тут мирный народ, не желающий никому зла, который хочет жить в мире. Послушайте, послушайте, что они говорят. Нас не освобождают, нас убивают. Или вы думаете, тут наняли сотни тысяч актеров снимать фейки? Каждый день сотни видео с разных уголков Украины того, как нас убивают, как российские солдаты наставляют оружие на мирных жителей, как выносят продуктовые магазины, как стреляют по мирным домам, как их не пускают обычные люди, героически становясь перед танками. И да, есть много российских солдат, которые не атакуют мирных людей. Они просто отступают и ездят вокруг да около, чтобы сжечь бензин и не стрелять потом по мирному населению. Но если те, кто выполняет преступные приказы, стреляя по обычным мирным домам. Просто подумайте, было голосование ООН. И весь мир осудил этот шаг и призвал немедленно остановить войну и вывести войска. 141 страна поддержала Украину. И 4 страны поддержали правительство России. Это Беларусь, откуда также летят ракеты на наши дома. Еще раз, не на военные объекты, а на обычные дома.
Это Сирия, где уже 11 лет идет война. Это Северная Корея и Эритрея. Вы действительно хотите, чтобы вас ассоциировали с Северной Кореей? Или весь мир врет? Весь мир фашисты? Посмотрите зарубежные новости любой страны, где в каждой стране люди выходят на площади ради поддержки Украины. Разве все бы выходили поддерживать фашистский режим? Тут фашистов нет. Если фашисты тут, то почему 7-8 марта будет суд в Гааге о преступлениях российской армии? Почему? Только вы это все анализируете, а мы это видим своими глазами. Мы содрогаемся от ударов российских ракет, мы прячем детей в убежище и надеемся, что в наш дом не попадет снаряд. А потом кто-то пишет, что снаряд, который лежит и чудом не взорвался, это фейк. Что снаряд пластмассовый. Ты, блин, в своем уме? Такое впечатление, что все в Украине герои фильма «Не смотри наверх». У нас, блядь, тут война, и Россия бомбит Украину. Неужели вам не кажется странным, что по информации российских СМИ за 6 дней у вас не было потерь, а на 7-й день сразу почти 500 человек? Вам не кажется это странным? И да, я не знаю, сколько точно погибло россиян, многие из которых не знали, что они пришли убивать мирный народ. Но поверьте, это число в разы больше официальных российских источников. Сделайте хоть что-то, чтобы это остановить. Зачем вам война? Зачем российская армия пришла убивать наших детей? Вы истинно и на самом деле хотите, чтобы в Украине умирали дети, а те, кто выжил, всю жизнь содрогались от громких звуков, ожидая очередную бомбу с самолета или адскую канонаду из градов? Вы хотите, чтобы наши дома, в которых мы жили десятками лет, такие же хрущевки, как и у вас, были разрушены? Вы хотите уничтожить наши школы, детские сады и мосты? Вы реально этого хотите? Если вам кто-то будет говорить, что этого не происходит в Украине, что это идет борьба с фашистами, то это не так. Идет война с такими людьми, как мы. Если вы давно смотрите наш канал, то скажите мне, хоть где-то был намек на то, что мы фашисты. Еще раз, посмотрите на меня. Разве я похож на фашиста? Или, может, у меня под рубашкой все тело в свастике, татуировка? А бандеровских группировок с нацистской наклонностью хватает везде. И в России, и в Украине, и даже в Германии. Но в Украине их не больше, чем где-либо. Задайте себе вопрос, готовы ли вы поддерживать убийство народа, который вы называете братским? Который говорит с вами на одном и том же языке. И который когда-то с вами плечом к плечу победил настоящий фашизм. Особенно хочу сказать по поводу Донбасса и тех злорадных комментариев в стиле «Так вам и надо, там люди терпели 8 лет» или «Почему вы раньше молчали?» Кто вам сказал, что мы молчали? Кто знает, кому и сколько мы помогали и поддерживали? Сколько приняли беженцев, которые оттуда бежали и дали им тут возможность мирно жить, оказывая всевозможную помощь и поддержку? Почему вы настолько смело и твердо утверждаете, что знаете, кто бомбил Донецк? Вы это видели собственными глазами или это сказали по телевизору? Вам сейчас показывают наши разбомбленные украинские города и говорят, что эта Украина стреляет по школам Донецка. Ой, это наша боль 8 лет длится. Но ключевое – это наша боль. Мы делали все, чтобы у детей Донбасса было мирное небо и возможности реализовать себя и быть свободными. Мы им помогали всем, чем могли. А теперь война, благодаря вторжению, не только на Донбассе, война по всей Украине. Миллионы. Вы только вдумайтесь в это слово. Миллионы людей уже покинули свой дом, чтобы спрятать детей от снарядов ради того, чтобы у них была возможность жить, радоваться жизни и не бояться. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы остановить войну. Не молчите. Для всех украинцев я просто буду очень краток, так как вы и так все знаете. Мы сильные, мы вместе, мы справимся, мы выстоим, мы защитим нашу землю и наших детей, а потом отстроим все, что было разрушено, и будем жить в мире счастья и достатке. Все будет добре, Украина!